Хороша наша Волга, красива, но очень нуждается в охране. От кого же ее охранять? От людей. Взгляните, как загрязняют ее сами водники. Но это еще цветочки. В районе Саратова отравляют Волжскую воду 40 промышленных предприятий. Крекинг, гидролизный завод, локомотивное депо и другие каждые сутки выбрасывают в реку 200-250 тысяч кубометров отходов. Оказывается, и рыба в воде может себя чувствовать очень скверно. А ведь бороться с этим злом можно. Смогли же на химкомбинате построить отличные очистные сооружения. Строятся и другие. Но как? 5 лет сооружается станция на кожзаводе, а конца не видно. И пора ли заняться этим делом соответствующим организациям?